дядя Боря говорит. Что? Оттого он так сердит. Что? Кто-то на пол уронил банку полную чернил. И оставил на столе деревянный пистолет. Жестяную дудочку и складную удочку. Может, это серый кот виноват? Пёс виноват. Приходил сюда индюк? Или толстый, как сундук, приходил сюда индюк? Банку полную чернил на тетрадку уронил и оставил на столе деревянный пистолет. Жестяную дудочку? И складную удочку. Тетя Варя говорит. Что? Оттого она ворчит. Что? Кто-то сбросил со стола 3 тарелки, 2 котла. И в кастрюлю с молоком бросил клещи с молотком. Может, это серый кот виноват? Это черный пес виноват. Цыпа, цыпа, цыпа. Или толстый, как сундук, приходил сюда индюк. 3 тарелки, 2 котла. 3 тарелки, 2 котла сбросил на пол со стола. И в кастрюлю с молоком бросил клещи с молотком. Чьи же это вещи? Чьи же это клещи? Чья же это дудочка? Чья же это удочка? Убегает серый кот, пистолета не берет.
убегает черный пес, отворачивает нос. Цыпа, цыпа, цыпа. Разлетелись курицы, бегают по улице. Важный, толстый, как сундук, только фыркает индюк. Не желает удочку, не желает дудочку. А является один пятилетний гражданин. Пятилетний гражданин, мальчик Петя Бородин. Напечатали в журнале. Что? Наконец-то все узнали. Кто? Три тарелки, два котла сбросил на пол со стола. И в кастрюлю с молоком бросил клещи с молотком. Банку полную чернил на тетрадку уронил. И оставил на столе деревянный пистолет, жестяную дудочку и складную удочку. Серый кот не виноват? Нет. Черный пес не виноват? Нет. Не летали курицы к нам в окошко с улицы? Нет. Даже толстый, как сундук, не ходил сюда индюк. И теперь об этом Пете мы расскажем всем на свете.